Эти два ДТП произошли в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Вы недавно выступили с инициативой ограничивать в таких местах скорость до 40 км в час и сказали, что нужно определить вот эти участки. Вот будут ли включены эти участки в этот список и определены ли уже какие-то другие участки? Я вот не зря сказал, что так бы получилось, что в воле судьбы я оказался на этом месте ДТП. Это не место концентрации ДТП, это почти ровный участок. Дорожные условия нормально, ну, мело чуть-чуть, то есть там вот чисто где-то, я не знаю, я еще раз говорю, человеческий фактор, он не выбрал безопасную скорость, выехал на полувстречное движение, сказать, что Форд тоже быстро ехал, я не мог бы так и сказать, потому что сам уже столкновение произошло, ну, обычно, к сожалению, тоже вот здесь мы заложим ситуации, одно дело, он ехал 90 км в час или 110, да? Это очень существенно. Вот это превышение скорости тоже, конечно, дает свой результат. И второе ДТП. Я бы вот в данном случае по второму ДТП не могу. То есть первое место концентрации ДТП не являлось. Второе может под вопросом. Но в рамках под вашего вопроса, я еще раз говорю, будет максимально использоваться ограничение скоростного режима на участках, местах концентрации ДТП. В данном случае, конечно, 5 погибших уже это автоматически место концентрации ДТП. Но и, соответственно, второе еще, программу мы ее разрабатывать будем и будем активно внедрять на следующий год использование искусственных неровностей. Но, соответственно, конечно, искусственные неровности есть категории дорог, где их можно использовать, где нельзя, так же, как и в городах, но эту программу будем выполнять. К сожалению, сегодня других таких сдерживающих факторов, кроме как ГИБДД, вот, ну и искусственное создание препятствий для того, чтобы люди не гоняли, у нас, к сожалению, нет. Те системы видеофиксации, которые у нас находятся, статистика показывает, что количество нарушений не уменьшается, а люди как продолжали нарушать, так продолжают нарушать. И здесь я не знаю, как это все остановить. И миллионы нарушений, которые сегодня есть, они есть, а последствия потом ДТП. Поэтому здесь приходится вот придумывать искусственные такие искусственные неровности, ну и, соответственно, ограничение скорости.